Тимур, расскажи о своем вчерашнем выступлении. Так отлично ты поднимал на Кубке Президента, я был свидетелем, боролся. Ну, красиво поднимал до конца. Вчера даже не попал в призы, неудачные подходы были. Вот с чем связано? Это связано, наверное, с отдыхом после Кубка. Решил отдохнуть чуть-чуть. Погромче. Решил отдохнуть чуть-чуть. Я вообще не планировал готовиться на этот кубок, просто сказали выступить, и что успел набрать, то и поднял. Просто как очередной этап был, да, подготовки? Да. Я всего лишь тренировался, один сбор был, один УТС. Думаю, на что был готов, то и поднял. А к чему тогда идет подготовка, какие планы? У меня были планы на Владикавказ до 20 лет. Все-таки дома тоже хочется выступить. А потом уже на мир в Казань. Ну, спасибо, успехов.